В состав отрядов дружин вошли сотрудники городской администрации, члены ТОС, общественники, спортсмены, работники предприятий и организаций. Ежедневно на маршруты будут выходить около 250 представителей ДНД. Основное количество дружинников будут принимать участие по охране общественного порядка в вечернее время суток. И данная работа будет продолжена до окончания курортного сезона на территории города-курорта Сочи. Напомню, что в городе действует летний оперативный штаб. Безопасность горожан и отдыхающих будут обеспечивать ежедневно 540 сотрудников полиции и свыше 100 казаков. Разработано 225 маршрутов патрулирования.